Друзья, не устаю вам напоминать, что до премии Муз-ТВ 2015 «Гравитация» остались считанные дни. Если вы вдруг не сможете попасть на церемонию в Астане, обязательно ловите прямую трансляцию в эфире вашего любимого телеканала. А москвичи и гости столицы смогут затусить на грандиозном концерте участников и победителей премии 7 июня в Кремле. О том, как я, Лера Кудрявцева и девчонки из «Виагры» подбираем крутецкие луки для мероприятия, расскажет Сергей Гладун. В 2017 году Астана станет крупнейшей мировой культурной площадкой. 93 дня международной выставки, 3000 мероприятий на стыке науки и искусства в самом центре Евразии. Астана-Экспо 2017. Генеральный партнер премии Муз-ТВ. Премия Муз-ТВ – это не только главное музыкальное шоу года, но и одно из самых стильных событий на континенте. То, в каких нарядах и с какой прической звезды пройдут по ковровой дорожке, пресса будет обсуждать еще очень долго. И в подготовке образа ошибиться нельзя. Мы долго думали, что надеть сегодня на церемонию. Ксения выбрала головной убор под названием «Сгоревший венок». Что же выбрать? Черное платье в пол или красные кружевные туалеты с золотым поясом? Для телеведущей Риты Че дилемма непростая. В этот раз я решила шить. Я очень рада, что... Да, потому что мне хочется, чтобы все было идеально. Итак, какой же, по мнению Риты, идеальный наряд для премии? Просто надеть рубашку и не париться. Взъерошенные волосы, как сейчас на голове. Такая красивая, фиолетовая, в крапинку. Выйду на дорожку. Как чухну? Это кожаные пайетки на основе сеточки вот с таким невероятным вырезом. Да, есть из чего выбрать. Вот только сроки поджимают. Премия уже 5 июня. Осталось совсем немного времени, поэтому, честно скажу, я еще пока ничего не выбрала, но в этом году мне бы хотелось уйти от своего какого-то вот уже моего любимого стиля, поэтому все будет, наверное, более интеллигентно. Лера Кудрявцева – премиальная икона стиля. Ее луки всегда отличаются женственностью. Телеведущая никогда не позволяет себе вульгарности и пошлости в образе. Платье еще пока не выбрала. Есть из чего выбрать, но пока еще не знаю точно. По бижутерии, по всему остальному все, наверное, будет минимум. Может быть, даже просто пучок. А вот у девушек из группы «Виагра» пучки на голове зрители вряд ли увидят. Мы сделаем челку. А я просто сейчас, я была самая некрасивая участница в серьезе. Покажите, пожалуйста, как вы сейчас выглядите. Вот именно вот так. Но это все шутки. Сексуальные красотки готовят макияж и прическу заблаговременно. Часами накручивают волосы на плойке и экспериментируют с тенями, забывая про сон и еду. На премии Муз-ТВ остаются считанные дни, и вряд ли девчонки позволяют себе сладкое. Хотя в качестве исключения можно позволить себе парочку вкусняшек. Уже? После часовой проработки образа получается вот такой результат. Очень даже. Можно и отрепетировать номер для премии, не выходя из салона красоты. У меня появился другой. Пригласил на чей выход, а выход только такой. Костюм будет вообще секси-шпекси. Неожиданно, ребята, мы всех будем удивлять. Вот Виагра, что ждать, ребята, только секса. А что же Рита? Неужели выбор остановила на черном одеянии? Я отправляюсь на красную дорожку премии Муз-ТВ. Но, похоже, и красное платье девушке пришлось по душе. Приезжайте в Астану. Круто. Мы зажжем. Я в красном платье. И все остальные звезды. Генеральный партнер премии Муз-ТВ – международная выставка «Астана-Экспо-2017». Это более 3000 шоу, ежедневные парады, выставки современного искусства и концерты мировых звезд ждут тебя летом 2017 года. Следи за новостями из Астаны по хэштегу «Экспо-2017».